Приветствую всех, кто смотрит эту серию по Майнкрафту, с вами Петров Сергей. Я надеюсь, думаю, что это будет небольшая вставочка к следующей серии, но, возможно, это и будет целой серией. Просто хотел бы познакомить вас с некоторыми небольшими изменениями, которые произошли за кадром. Да, у меня немного монотонный голос, но... Немножко изменил дизайн дома. Этот участок не похож на какой-то запертый ангар. Я даже не знаю, с чем это было сравнить. Немного изменил систему хранения, перенеся некоторые вещи. Какие некоторые? Все вещи перенеся поближе к печкам и отсортировав их. Создал еще одно помещение, цель которого будет обдумываться позже. Также из него есть выход в... камеру хранения некоторую, если ее можно так назвать. Камеру хранения ненужных блоков, скажем так. И заправку печек. Так вот, в этой серии надеюсь попробовать построить стол зачарований вместе с... Ну, полностью функционально, то есть, чтобы там все книжные, чтобы все книжные полки присутствовали для его полноценной работы. И также в роботе зачаровать несколько инструментов. Для начала нужно... Найти обсидиан, так как обсидиан остался у Артема в инвентаре. Так, я помню, что мы случайно создали портал где-то вот в той стороне. Да. Вижу портал на мини-карте, но у меня нет кирки алмазной. Чё-то сортировка вообще как-то... А, нет, что ли, палок просто. Ладно, бывает. А что, достижения не дают, что ли, за эти вещи? Не пойму. Ладно. Так. Поправил эту небольшую проблему с отсутствием кирки. Овца. Так, и вот портал. Причем, на удивление... Рабочий портал. Сейчас мы это немножечко исправим. Вот таким образом. Как же долго. Я даже не знаю, есть ли мне собирать обсидиан или собирать только на стол. А потом всю эту остальную кучу разобрать. Просто эту остальную, наверное, никто не найдет больше. А если кто-то найдет, то будет крайне удивлен. И последний блок. Этого количества обсидиана может хватить даже на создание еще одного портала, который можно поставить на некотором удаленном расстоянии внутри ада, чтобы была возможность преодолевать большие расстояния в обычном мире. Конечно, проголодался. Я надеюсь, внутриигровые звуки не такие громкие, я вроде проверил. Так. Не знаю, что делаю. Так, теперь нужно узнать, понять, вспомнить. Кожа у нас, кажется, кое-кто потратил ее на рамку. Так, ну ладно. Вариант решения проблемы номер два. О, как раз. Сразу две штуки. Так. Бумага.
сервер без модов, поэтому на нем может... Нет. Почему может? На нем просто не работает этот... Как его зовут? Что на нем не работает? Ничего на нем не работает. Ни один мод. Так, вот у нас появился чародейский стол. Сам появился. Ага, конечно. Так, теперь нужно подумать, куда бы его разместить. Я думаю сделать вот здесь. Нет. Я думаю убрать этот вот яму с жидкостью, блин, лужу какую-то непонятную, и продолжить небольшой выступ в ту сторону. И если он будет выступать на улицу, то немножечко переоформить дизайн дома. Как-нибудь. Да, кое о чем я не подумал сразу. Фух, идеально. Ничего не смыло. Так, как от тебя избавиться-то отсюда? Пойду ж краем все это позасыплю. Где гравий? Нету гравия. Зато есть песок. Все, отлично, замечательно. Так, сейчас все это получается нужно застроить. И сделаю небольшой проход на улицу отсюда. Халтура. Кто-то говно строил, руки бы пообломать. Ничего себе, еще и туда продолжается. Все, топор сломал. Да топор не выдержал так. Ё-моё. Такой халтуры. Топоры кончились. Раз появились алмазы, то можно и на железо не скупиться. Ну, конечно же. Как иначе? Где тут какое-нибудь дерево, блин? Нормально полезное. О, улей. Думаю, такого количества должно хватить. Еще одно. Так, все, 30 бревен. Это будет 120 досок. 120? 120. Математика. Так, значит, что получается? Для комнаты зачарования получается нужно пространство 5 на 5, значит, с учетом внешних стен 7 на 7. Так, где-то вот тут будет стол. Ой, о, точно, я уже забыл про эту функцию. Тут будет стол, тут будут книжные полки вот так обставлены. Стол, пропуск, нижняя полка, стена. Значит, вот до, вплоть до сюда. Угу. И спустя некоторое мгновение времени для вас и несколько минут для меня получилась заготовка для зачарования. Снаружи эта часть выглядит вот так, как пристрой или как сарай. Да, надо еще несколько ступенек до красоты. Чтобы быть точнее, это 6 штук, но тогда останутся 2 лишние. Ну ладно, сейчас кое-что подумаю. Вот итоговый вариант внешности этой части экстерьера.
не выбивающийся из общего дизайна. Так, осталось только наделать целую кучу книжных полок. Для этого нужно немножечко вот... Короче, нужно целую кучу бумаги и кожи. Дерево есть. Так, у меня есть, получается, пока 18 бумаги и одна кожа. А для полного набора, для полной мощности, получается, нужно 30 книжных полок. А это 90 книг, соответственно, 90... 90 чего? 90 кожи и 270 бумаги. Так. Опять эти самые. Как их там? Бай, стреляй. Где второй? Это в него трикошетило? Пусть будет так, допустим. Так, для начала нужно сделать некоторую ферму тростника и немножечко пофармить кожи. Так, а я так понимаю, что всякие плавильные и коптильные печи могут полностью заменить обычную печку, но работают гораздо быстрее для своих ресурсов. Может их заменить просто в таком случае. Хм. А это даже выглядит по-другому. Ну, красивее в таком. Так, блин, тьфу. Вы поняли. Да, как вы могли заметить, я достаточно некрасноречив. За что извиняюсь. Поэтому моя реакция, возможно, ограничится только словом. Круто. Действительно, прикольно. Да. С 6 убитых коров только с 3 выпало практически по одной, по 2 кожи. Не густо. Только хотел сказать, что от тростника вообще не хочет расти, так... Вот. Все, на что его хватило за все время роста, блин. Одна единственная штучка. Да, боюсь, это будет долго. К счастью, существует альтернативное решение. Например, пойти поискать еще коров или еще тростник. Это уже будет намного эффективней, чем просто стоять ждать, пока эти коровы вылупятся или с этих что-то посыпется. Так. Опа. И вот появляются коровки. Да, так, наверное, даже немножко эффективней. Во, и сразу кожа посыпалась. А это без кожи. И сюда. Так, и последний где-то тут была. Капздатья корова поганая. И сюда. Вот.
После убийства еще четырех появилось 8 кожи. Да. Полтора стака, так будет тяжеловато набить, но я попробую. Кусты колючие еще. Где? Че у меня? В смысле? В смысле? Инвентарь пустой. Опять сервер глючит, что ли? Не бей. О! Ничего себе. Лиса с лисенком еще. Как давно я не играл в Майнкрафт. Доберись ты, что ли? Ёлка, вот это в серии блока. Чё за хрень? Ты. Как это понимать? Так, где там панель управления сервером? Да, так как там произошли небольшие лаги, я решил оттуда направиться немножечко в противоположную сторону. Вот они, два мусора ходячих. А, у меня стрел нет. Мусор в плане отброс общества. А не то, что можно подумать. О! Вот это вот говно. И сюда. Не пошиби мне тут. Так. Тут нашел одну единственную корову. Мне даже ее жалко. Нет, не жалко. Майнкрафт практически бесконечный мир. Как и количество животины, находящиеся в нем. Вон, курицы, бараны, блин, свиньи, чё только нет, блин. И одна коробка. По этой координате, если идти. Вырос урон света. Даже по карте ни одного дружелюбного моба в пределах прорисовки. Все, океан. Да. Че? Лагает, блин, опять. Сервак. Еще пчелы, блин. О! Осел. А с него кожа тоже должна выпадать. Нифига. О! Наконец-то. Че, турбированная корова? Как так? И сюда. Наверное, в прошлый раз примерно таким же образом осталась одна корова, хотя в том месте никто никогда не генерировал чанки.
Так, еще коровы. Что хорошо, и лошади. Так как оседлать я никого не собираюсь, тоже попробую их из них добыть кожу. На этом моменте я забыл направить микрофон на свой рот, и звук получился тихим. На этих кадрах можно увидеть, как я нашел и облутал парочку деревень. В них я нашел книжные полки, которые сразу же раздербанил на нужные мне книги. В остальном я просто продолжал искать коров. По итогу могу сказать, что получилось собрать 13 книжных полок. Этого, наверное, в принципе, достаточно для того, чтобы получить какой-нибудь высокий уровень зачарования. О, ну дача 2. В принципе, неплохо. Жалко только у меня нет лазурита в нужном количестве. Всего 2 штуки в сундуке валяется. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.